все о прогнозах расскажет вам небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – салоны Меха Рио. Рио согреет вас в любую погоду. Только в меховых салонах Рио новый сезон. Рио – соблазн и роскошь. Меховые салоны Рио. Мы открываем новый сезон. Новый сезон. Новые низкие цены. Рио – наш город гламурных мехов. 27 декабря, по данным Гидсметео, в Северодвинске ночью ожидается 10 градусов мороза. Днем будет минус 8. Пасмурно, небольшой снег. Ветер западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 759 миллиметров ртутного столба. 27 декабря, Филимонов день. Погода указывает на погоду февраля. На Руси считалось, если лютая зима, будет жаркое лето. Холодная, снежная и ветреная погода в этот день предвещала хороший урожай. А если погода в течение дня меняется, то столько же раз и зима будет меняться. А вам самое время попасть к партнеру Небесной канцелярии в страну чудес. Страна чудес – страна сказочного детства. Подарите детям сказку. Железнодорожная, 31А. На этом у меня все. Желаю вам предновогоднего настроения. До свидания!